Итак, сейчас буду доставать из этого аквариума. Снова буду доставать все буцефаландры, опять их потревожим. Все вот эти мелкие виды. Буду доставать лаву, перелаживать, потому что мне пришла лава резаная, я на нее буду большую часть буцефаландр приматывать. Вот. Пока так. Процесс, видео, как это все будет. Я думаю, сделаю. Все будет. Ожидайте. Сейчас включу свет и посмотрим, что получилось после добавления всех новых буцефаландр на кусочки лавы. Это промежуточный результат. Вот таким образом я их разместил на резаной лаве. Все промаркировано, и теперь у меня все записано, все породы. Это выглядит сейчас вот так. Вот сегодняшние буцефаландры, которые пришли. Сегодняшнее это 27 число, если вдруг видео не сегодня будет. Вот мох, который вчера пришел 26 числа. Меня, кстати, попросили его показать в видео. Вот, пожалуйста, показываю. Это Fissidens Fox на лаве прирощенный. Вот он, красавчик. Вот. Итак, вот такой вид сейчас. Повторюсь, это промежуточный результат. Буду опять все доставать, переделывать, переставлять. И я покажу это все как это будет, я покажу, сделаю видео. Поэтому на этом спасибо за внимание. Продолжение будет. Ожидайте.